Новый начальник Карагандинской академии МВД имени Бейсенова объяснил, почему 2 года не платил коммунальные услуги. Блогеры выяснили, что еще в октябре вышел судебный приказ, который обязывает Аканкали Дарменова выплатить темиртауским услугодателям больше 75 тысяч тенге. Сказать честно, о этой задолженности я узнал из его поста. У меня в преддверии буквально на следующей неделе командировка за рубеж. Если бы я этого не знал бы, я бы, может быть, и не выехал бы за рубеж, потому что на мне вот такой долг и все. Действительно, квартира была выдана акиматом города Темиртау, так как я был на тот момент руководителем учебного центра МВД города Темиртау. Квартира была выдана, формально туда заехал, но, по сути, я в этой квартире не проживал. По словам Аканкали Дарменова, в суд его не приглашали, и судебный приказ он так и не получил. Поэтому он даже благодарен блогеру, который нашел его в судебной базе данных и опубликовал. На сегодня долг полностью погашен, а государственная арендная квартира оформляется на нового руководителя учебного центра. Напомним, 3 дня назад курсанты и преподаватели академии, которые руководит Дарменов, дали обещание не участвовать в коррупции.